Айо, WhatsApp, бро, и с вами Додо Хрящ, бесстрашный, храбрый и самый сильный игрок выживания в Майнкрафт. Я веду шоу «Выживание», и сегодня мы с вами рассмотрим пару модов, которые усложнят или же упростят выживание в Майнкрафт. И самое главное, не забывайте, что я бесстрашный и самый храбрый игрок выживания в Майнкрафт. Ну а сейчас мы отправимся в лес и рассмотрим первый мод. Поехали! Первый мод, из-за которого изменится рост дерева, не на маленький такой калибр, больше чем у меня. Рост дерева станет естественней и заметней, вы удивитесь сами от того, на что способен этот мод. Теперь они будут вырастать уникальными, вы просто представьте, что после скучных и однотонных бревен, я сейчас не о ваших бывших, станут уникальные до самой веточки деревья. Они смогут теперь расти вокруг препятствий, теперь им не помешает никакая гора и никакой тупой игрок в Майнкрафте, а их размер и скорость роста будут зависеть от биома, тут ты серьезно увидишь, как нужно увеличивать свое дерево. Следующий мод. Данная модификация добавит возможность получать ванильные предметы реалистичными способами. По всему миру теперь будут разбросаны камни и палки, которые вы сможете поднять и скрафтить из них что-то интересное, а также овощи и кости, но здесь не поспоришь, это действительно достойно. А также много другого интересного лута, допустим кремень из добычи камня. Следующий мод. Второй мод довольно сильно преобразит Майнкрафт, да настолько, что и ночь его не узнает. Мир обзаведется густой растительностью, конечно не такой, как в твоих штанах, но все же. Изменится трава и листья, и это даст новое дыхание, чтобы еще раз повыживать в диком лесу. На деревьях появится дополнительная листва, плюс-минус размером, как твои усики. А на травяных блоках появится короткая трава, которая дает атмосферу и убирает твои комплексы. Следующий мод. Четвертый мод сделает так, что теперь во время дождя на земле будут появляться лужи. Да не обычные лужи, а лужи сказки козленка. Шутка, с помощью которых вы сможете наполнить колбы, канистры, бочки, цистерны и ванны, если ты моешься. Следующий мод. Ну а данный мод значительно переработает визуальную и звуковую составляющую, тем самым сделав Майнкрафт реалистичней, при этом не изменив игровую механику. Будут усовершенствованы осадки, и игра на выживание станет на 100% атмосферней. Переработан блок лавы, а в биомах появятся различные природные звуки. Сори. Итак, сегодня я, Додо Хрящ, рассказал вам о модах, которые усложнят или же упростят выживание в Майнкрафте. Если вам понравилось мое шоу, тогда ставьте лайки, подписывайтесь, и я вам расскажу еще много интересного о выживании, если, конечно, Винчи меня не уволит. Всех люблю, всем удачи, Додо Хрящ.